очень хорошие инициативы есть в городе, которые являются хорошим примером поддержки малого бизнеса. В любом случае, экономика будет решать многие вопросы. Но город тоже должен учитывать, что сегодня появляется территория опережающего развития, особые экономические зоны. И в этой связи вам тоже надо быть конкурентным, думать, каким образом. Казань все равно столица, но тем не менее, эти моменты, они присутствуют. Малый бизнес Казани – это треть валового территориального продукта, треть всего работающего населения города и почти пятая часть от всех налоговых поступлений городского бюджета. Она составляет почти 2 миллиарда рублей или 18,5% общей суммы налоговых доходов. В целях финансовой поддержки бизнеса мы с вами, уважаемые депутаты, год назад приняли важные и своевременные решения. Первое. По субсидированию части процентной ставки по выданным банкам кредитам. За год предприниматели получили почти 366 миллионов рублей с компенсацией процентов за счет городского бюджета. Во-вторых, в 2016 году запущен проект «Арендные каникулы» – предоставление помещений на условиях льготной аренды. Всего в отчетном году на аукционы было выставлено 77 помещений общей площадью 12 800 квадратных метров. И в-третьих, комплекс мер, направленных на снижение административных барьеров.